Добрий вечір, шановні друзі. Геніальною та великою мою сьогоднішню співрозмовницю назвали ще за життя, і справді пісні, які вона написала, стали золотим фондом радянської та російської естради. Сьогодні у нас в гостях видатний композитор Олександра Пахмутова. Олександра Ніколаївна, добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, Я щаслив, що вот стільки лет Пытался, добивался. Но столько лет вы еще так молоды. Я так, хотел, я так хотел сделать с вами интервью. Вы знаете, сегодня так заезжены все понятия, сегодня все звезды, все великие, выдающиеся. И мне очень приятно осознавать, что в кресле передо мной сидит действительно великий композитор. И я, и я не люблю этих слов, но это слово я произношу совершенно сознательно. И это абсолютная константа, это аксиома утверждения, не требующая уже никаких доказательств. Время все расставило по своим местам. Господи. Я знаю, что с детства вы были необычайно музыкально одарены. Когда вы написали первую мелодию? Ну, вы знаете, всегда же считается, когда написано то, что звучит. А то, что осталось просто дома в моей памяти... Но это было, наверное, мне было лет пять. Я просто баловалась. Но ну, все дети балуются, когда у дома есть инструмент. И были две такие квинты. Это называлось «Петухи поют». То, что дома были... У нас был дом за городом, в поселке, поэтому там были там петухи, куры. Ну, неважно, я, вообще начала играть довольно рано, и так сочинение нельзя назвать, но Прекрасная советская певица, оперная певица Евгения Семеновна Мирошниченко, с которой мы очень дружили, рассказывала мне, как война еще шла, еще враг был на территории Советского Союза, а уже создавались первые музыкальные коллективы, уже пытались детей учить музыке. И вот она занималась в ФЗУ, простом, ее уже искали, ее начинали обучать. Я знаю, что в сорок третьем году вы поступили в музыкальную школу при Московской консерватории. Да. То есть поразительная вообще история. Страна воюет, стране плохо, а страна уже ищет таланты и пытается учить их музыке. Почему так было, на ваш взгляд? Вы знаете, это было, понимаете, и сейчас, когда говорят, вот знаете, молодежь это не нужно, молодежь не нужна, вы посмотрите, вот если идет, допустим, там состоится какой-то концерт сифонического оркестра, то не так легко достать билеты. И все. слушают, это очень хорошо, но есть задача, как вам сказать, задача такая глобальная, вот, вот воспитание людей в этом ключе. И вот во времена в Советском Союзе вот это была крупная государственная политика. Как это так? А если где-то в поселке, городе ребенок... Талантливый. Ну, ну, все, это, это событие, это стараются, всем миром его собирают и отправляют учиться. То есть это, к этому было ос, особое отношение. Поэтому сейчас очень много говорят о недостатках. Сейчас этого ведь нет, правда? Да, сейчас этого нет. Понимаете? И я училась в Сталинградской музыкальной школе, маленькой еще, и потом решили, что мне нужно отправить в э, какую-то э, школу такого более высокого класса. Я должна была ехать в Ленинград, потому что там был интернат. Вот, ну, началась война и все это. Но в сорок третьем году я решила. Это наверное, подростковый эгоизм просто. Война идет еще, Кашмар. Вой... В разгаре. Она была рядом, фронт, да, в Сталинград. Вот. И я сказала, что мне нужно ехать учиться, сказала я. Я говорю, если вы не поедете, я договорилась с летчиками, они меня отвезут. Но рядом аэродром был, Я каждый вечер играла в садике, там, в госпитале, в садике я играла песни. А мне же не надо было, я одно уже знала, я по слуху, и все это слушали, появились, сегодня не про, не про, все эти прощай, город вообще. я все это играла. Вот меня отвезли и в Москве, Здесь жили просто друзья, родители такие спицыны. Вот они меня значит, приютили, я вот так два года э, у них жила, а потом приехали родители с большим трудом, с, э, невероятных условиях, но выжили все все, и я вот закончила школу и закончила консерваторию и аспирантуру. Но э, школа э, это школа особая. Вот не знаю, дай бог, чтобы она сейчас несла так высоко с нами, потому что это невероятно. Вот я училась в классе, и вот в нашем классе это не курс консерватории, а класс школы, в котором парты, вот сколько там, 30 человек. У нас были такие скрипачи, только скрипачи в нашем классе. Безродный, Грач, Соболевский, Халид Охтявова, там, Нина Бельна. Тарасевич, концертмейстер Большого оркестра, Шульгин, концертмейстер Госоркестра. Это только скрипачи. Пианисты. Ла Лазарь Берман, Женя Малинин, Благой, Гинзбург. Был Черкасов. Долгое время был главным музыкальным редактором. Тоже был у нас. То есть класс был вообще. И ребята, которые сочиняли музыку. Роман Леденев, Николай Каретников и я. Вот. Так что мне повезло. Это было Несмотря на войну, это было, конечно, время, вот когда... Значит, сейчас все знают, ну, концерт Чайковского, на всех мобильниках, но когда это слышишь? Первый раз это впечатление, конечно... Исполнение оркестра, да? Да, да оркестра. Но это невероятно все. Поэтому было и, и горько, и было счастливое время. Потому что вот так, вот так мучились. И несмотря на то, что была война, даже было еще затемнение в городе. Знаете, на окна вот такие полоски от да. чтобы на случай, если бомбежка, чтобы не лопали стекла. Вот. И была невероятно насыщенная культурная жизнь. Вот просто попасть в театр нельзя было. Когда меня привез отец, значит, днем меня слушала, комиссию собрали. Подушка приехала приехал к... Вот я хочу сказать, отношения в то время к культуре. Государственные отношения. Пришли пожилые люди, комиссия собралась, меня слушали. Здравствуйте. Это большое счастье для них, да? слушали, послушали, сказали, что заниматься обязательно нужно. В сорок пятом году вы уже э, были в документальном фильме, а вас показывали сюжет, да? Да, это не только обо мне. Это был фильм, который назывался «Юные музыканты», фильм о нашей школе. Причем он вышел в сорок пятом году. Что это означало? Что не хватало пленки. Еще на фронте нужны были операторы, которые запечатлевали великую историю. Да? ну, нашлось все вот для вот этой шпаны маленькой. Мы получали стипендию. И интерес мы получали, тогда было питание по карточкам, карточки. и мы получали карточку, продуктовую карточку высшей категории. То есть как рабочий оборонных заводов. Тоже отношения. Да, больше, чем бухгалтер там, или учитель, который содержал семью. Вот такое было отношение. Но, правда, мы были хорошие ребята, мы занимались очень вы один из самых популярных композиторов за всю историю СССР, нет, советский нет. песенный классик нет. И, <связь> и скромный человек. Скажите, скажите, пожалуйста, чтобы написать музыку, необходимо вдохновение или нужно сидеть и работать? Сидеть и работать? Я думаю, что одно обогащает другое. <связь> Работать что-то оно и придут. Работа не вредит никому. Работа да? не вредит, если долго мучиться, что они получится. И наоборот, какой-то счастливый вот какой-то настрой, сильное впечатление, что-то что-то может из этого получиться, если ты работаешь и ты сможешь это осуществить тогда, потому что есть что такое народные песни. Мы же не знаем самые великие народные песни, возможно, их создавали люди, может быть, даже неграмотные. Ну, конечно. Это было только вдохновение, и великий дар. Но они не могли что-то даже из этого сделать, и вот так и было устное. Были песни, которые рождались у вас быстро, спонтанно, за секунды буквально, за минуту? Ну, конечно. Ну, например, вот какие всенародно любимые песни появлялись Все. очень быстро? Ой, я не знаю. По-моему, «Старый клен. «Стучит в стекло» стучит в стекло, стучит. До сих пор стучит До сих пор стучит. Но вы знаете, песни как люди. Вот судьба. Вот бывает человек и красивый, и добрый, и честный. А счастья нет. А другой бывает так себе, а процветает. Вот песни тоже. И что лучше, пойди догадайся. И что по пойди догадайся. Но вы знаете, еще мне посчастливилось встретиться с нашими просто великими вот советскими поэтами, которые работали в песне. Большинство песен написано с Николаем Николаевичем. Это естественно, потому что, знаете, тогда спрашивают вот сначала стихи, а потом музыка. И так, и так бывало. Бывало но с и ним, так, и так. Да, но с ним интереснее всего, потому что бывало, что когда песни придумываются, когда нет еще ничего. Так было с циклом созвездия, Гагарина, mm -hmm. например. Поэтому неудивительно, что с ним больше песен. А вот... Когда я сказал «Старый клен», это песня из фильма «Девчата», в этой картине работал Михаил Львович Матусовский. Великолепный наш поэт, всенародный, любимый ветеран, фронтовик. Ну, чистый человек, потрясающий. Вот я ему показала этот самый «Старый клен». Точнее, он принес стихи «Старый клен стучит». Хорошие, замечательные стихи. А я им показала вот то, что я написала: та-ля-ля, та-ля-ля. И вот этот человек, который, рядом с которым я была как вот эта точка из фильма, этот человек отложил в сторону свои замечательные стихи и подтекстовал вот эту мою мелодию. А потому что, понимаете, потому что у него был Божий дар не только поэта, а вот поэта, работающего в песне. Он Почувствовал, что вот так результат будет более интересным и нужно. Я отбросил свои замечательные стихи, и вот написал «Старый клен, старый клен». Очень ну, немудренные вот такие стихи. Вот. Так что это было написано быстро. Вы написали десятки потрясающих песен, одна лучше другой. А любимая песня у вас есть? «Самая-самая». Ой, ну, это, знаете, их, их несколько, наверное. Это э, нежность, мелодия, да и песня о тревожной молодости, сибирские песни, э, песни вообще, песни о летчиках, космонавтов, спортивных. Да, их ну, много, но больше всего, все-таки, наверное, нежность. Вы бывали, бывали это неправильное слово. Вы объездили все стройки комсомольские ударные, которые и, только все, можно было, наверное. И все. Я даже на баме не была. Ну, просто так сложилось. Ну, ну дело вот не в этом. 60-е годы, этот подъем сумасшедший, Устилим, Братск, да? да вы да. везде там были. А, вот этот дух романтики, который там, безусловно, был, он способствовал написанию песен? Конечно. Вы проникались им? Ну, конечно. Мы были, мы были в Братске, мы приехали. И вы знаете, прелесть в том, что это все, это все правда. Это были молодые люди с гитарами, с томиками Ремарка. Да, он был очень в моде. Вот. Три товарища. Три товарища, конечно. Все, они работали, они пели песни. Это было потрясающе красиво. Вы влюбились в этих ребят? Да. Мы и дружим до сих пор с ними. Вот Мартюк играет на гитаре. Да. Он существует. <laughs> да, типа. У него, например, есть даже научная работа. По-моему, чуть ли он не открыватель. Вот перекрытие реки зимой вообще. Вот. Так что это все люди с Хороший, образованием. Хорошие глаза были у этих людей. Да. Светлые люди были. Светлые люди, и молодые, интересные. Очень, очень здорово. Очень. Да, и вот мы приехали. и все так было, как, как вот сказать, все было, как, как говорится, играючи. Мы тоже были молодые, нам было интересно. Мы приехали. И в Братске нас мы жили такие были небольшие какие-то коттеджи, которые там построили, когда приезжали гости. Там, по-моему, в одном доме, когда жил Гарриман, приезжал. Там был Хрущев. Вот Кобзон жил в отеле, где был Хрущев. Утром приходит, говорит, Йосиф, ты ночевал, скажи, война будет или нет? Все были ребята с чувством юмора. Ну, прелесть просто. Это вспоминается. И вы знаете, они то есть, все мы написали, но они все были романтиками, они сами писали, они все были с гитарами. Вот что было, то было. Что было, то было. И потом эта братская гайса, такой красоты, эта плотина вообще. И природа наверняка какая. Природа дивная совершенно, настоящая тайга. Летчик над тайгою. Да, летчик над тайгой. Точный курс возьмет. Точный. Это был дивный совершенно кукурузничек. И когда... А мы должны были... Мы были на, на усть -Илиме. Но это целый рассказ очень долго. Это очень интересно. Это мы были уже в 63 на следующем, следующем году. А там был один из руководителей, главный диспетчер Фред Висфит. Вчера он был у Йосифа. Да, да. Фредик. Ну, тогда он был, не был седым, он был тоненький. О нем Евтушенко еще писал, братская да, вес. Да, и ты, да, и ты министр культуры да, братской. братской остаешься бедный таковым. Да. Бедный, потому что он не был беднее всех, но он старался вообще все тем. И вот на, на следующий год Фред достал пианино. Ну, как достал, видимо, ну, ну какие-то фонды, короче. Пробил. пробил. Пробил, вот, пробил пианино, нам дали боржу. На боржух поместили это пианино. Впереди был катер. И мы сели и поехали. Папа, а мы... Сп... А, мы тоже, мы на борже были. Мы спали на борже. У нас были спальные мешки, мы спали на борже. Потрясающе. Однажды ну, одна что-то такое нельзя было уснуть, потому что Кобзон слушал золотой петушок. Вообще это чудо было. И у нас было пианино на этой борже. И мы проехали, знаете, интересно мы проехали пороги, на которые в общей сложности прошло не более ста человек за всю историю этих порогов. Сейчас их уже нет, они сам будут усилимской газе, как, до какого-то места. А потом надо было ехать, потом надо было ехать на... Короче, привезли это пианино, и там пели вообще, все все это было. И надо было возвращаться в Иркутск на передачу, была телевизионная передача. Где-то горела тайга, то есть, короче, нельзя было, надо было как-то выходить из положения. Вот. И вот надо было лететь на этом покурозничке. Пришли, там, значит, кто-то, дядька там возятся, что-то такое, тик -тик, было он говорит, садитесь, граждане. <свят> и граждане радостные сели. <свят> как он? Причем ни секунду не приходило в голову, что он может что не может, да, <свят> Никогда в жизни. Сели все. Почему я вам это рассказываю? Потому что... Так, летчик, сейчас, минуточку. А ты улетаешь, да, самолет, Под, с... крылом самолета под крылом о чем-то поет. Вот под крылом реактивным никогда не поет. Вы видите только облака а эта вот эта крошка летит, и вот там эта тайга как щетка, действительно. Зеленое море тайги, вот она вся вот такая. Приехали, самолетик сел, только вышли. Гриб растет. Прямо на поляну посадили Прямо самолет. Поляну. Это все точно, абсолютно. Так что вот такая была радость. Тот же Марчук, э, Сибы, массу он нам э, открыл для нас новых песен. Таких. Ко мне подходит египтянка, звать Маруська. Да много всего. И вот так мы как-то подружились. И до сих пор мы... Ну, сейчас все заняты на данном встрече. То есть это все было правда. Конечно, у каждого были свои радости, были драмы, все было естественно. Понимаете? Но вот эта сила и вот торжество вот этой творческой молодости, оно было. Они говорят, вот построят ГЭС, все будут праздновать, оркестры будут играть а мы будем плакать, потому что кончится самая яркая, самая прекрасная страница Прощание, Прощание с Братском. Прощание с Братском, да. Он... как грустная, хорошая песня. Спасибо. Вы знаете, одна из самых выдающихся ваших песен, на мой взгляд, это, конечно, нежность. Я недавно вот случайно смотрел опять «Три тополя на плющихе». Да. Без песни «Нежность» фильма нет. И так это трогательно, так по-настоящему, так искренне. Вот сейчас таких песен не пишут. Мы об этом будем говорить еще. Почему не пишут? Как пришла в голову идея написания песни Нежность? Вы знаете, э, во-первых, хочу сказать, что многие думают, что это песня из фильма Три Тоболь на Плющихе. Это совсем не так. Э, Нежность была написана двумя годами раньше. Она была написана в 1965 году. Это было неудивительно. мы в то время очень дружили не только с космонавтами, дружили с летчиками с летчиками испытателями нам было интересно мы это очень любили. Вот и появилась эта песня. а в трех тополях она очутилась потому что так так придумала лиозного. здесь как говорят люди юмор такой говорят, что такое режиссер. Это человек, который не знает, чего он хочет, и упорно этого добивается. Вот Леознова знала, что ей нужно. Это поразительная женщина. И она меня пригласила. Я прочитала сценарий. Я вообще не злой человек. И как все не злые люди, если я начинаю протестовать, это обязательно не кстати. Я говорю, я не буду это работать, не буду это писать, музыку. хоть тетка на рынок приехала, эту песню космонавты вообще поют, а это вообще вот так. А Татьяна Михайловна, она была и умнее, и тактичнее. Говорит, хорошо. Вы понимаете, у меня положение такое. Если я тебя приглашаю другого композитора, я связан с этой песней. Знаете, попросить. я просто хочу, чтобы посмотрели немножко материал. Я говорю, хорошо. Я приехала на студию Горького, где это снималось. И она мне показывает эту сцену. И вот Доронина поет, И для меня дальше даже было главное. И вот глаза Ефрия. Глаза. Вот глаза человека, к которому пришла большая любовь. И ясно, что он не будет счастлив, а ничего... Я думаю, я эту картину никому отдам никогда. Я полюбила сразу эту картину. Я вышла из за студии, я дошла до стоянки такси, и у меня музыка практически была уже, вот основная тема уже была готова. Потом я ей написала кучу музыки, она говорит: нет, не нужно. Все уже есть. Она говорит, не нужно ничего, не нужно. Вот у нас есть нежность, и у нас есть ваша тема э, ритм один. Все, больше не нужно ничего. Вот, Поэтому нежность была как раз написана в пору. Вот нашей дружбы, любви не только с космонавтами, и с летчиками. В частности, с летчиком, испытателем. Замечательно спела Кристаллинская, правда? Очень. Такой тембр какой-то. Да. И вы знаете, что еще? Вот то, что не всегда бывает, к сожалению, в песне. не сейчас это заметно, и тогда даже было. Знаете, есть вот певец. Исполнить что-то, что-то как-то не очень. Пошел и забыл. И начинает петь то, что приносит ему успех. Сейчас есть певцы, даже коллективы, которые берут, так сказать, выражаясь из жаргона раскрученную песню, и все имеют... И успех... живут на ней. И живут на ней. Вот когда Гристолинская первый раз исполняла эту песню, а тогда были традиционные концерты в колонном зале да, с оркестром да, Силантия, да. он... меня не было в Москве, вообще не было даже в стране. Вот. И она, э -э -э она очень волновалась. И даже перед этим сказал все необходимые слова, что вы знаете, песня исполняется впервые, я очень волнуюсь. То есть хотелось подогреть успех. Вот так, так спела. Ну, она ушла почти по стуку каблуков, вот так никак. Ушла и все. Но к чему я рассказывала, это прелюдия об, об артистах. И она стала это петь в каждом концерте. И прошло время, и уже говорили, просили уже нежесть ее спеть. То есть Майя внесла свою лепту, очень значительную, в судьбу этой песни. Знаете, каким он парнем был? У вас прекрасный был цикл о космосе, о космонавтах. Я знаю, что вы с Николаем Николаевичем дружили с Гагариным, с первыми космонавтами. Что это за люди были? Я почему об этом спрашиваю? Сегодня выросло целое поколение молодых людей, ровесников развала Советского Союза, которые не знают, кто такой Гагарин. Сложно представить, сложно поверить в это. Тем не менее, это так. А помните, вы говорили, вот как... Только что мы сейчас с вами говорили, как это, если какой-то одаренный ребенок... Знаете, вот, я думаю, что молодые люди, они почти не виноваты. Конечно. Они не виноваты. Это государственная политика. Государственная политика. Это очень жаль, потому что... Больше того, даже в первые годы, вот когда перестройка, не перестройка, помните, даже было, что он вовсе не летал, и чуть ли он где-то в сумасшедшем доме. Понимаете, это, это очень страшно, и это вот так. Хорошие ребята были. Хорошие. Они были честные. Чистые. Чистые. И это, знаете что, это нельзя, как вам сказать, это не то, что вот какое-то умиление. Ой, какие здесь хорошие летчики. Это правда, потому что они же прошли тоже испытания, там тоже был свой конкурс. А некоторые воевали. А некоторые воевали. А некоторые прошли, прошли все эти тяжкие испытания и их не взяли. В общем, это не так просто тоже все. Да? Вот, например, мы очень дружили с таким летчиком-испытателем Георгием Константиновичем Масаловым. И вот это какая работа. Вот он погиб проходит... Нет, он, он, слава богу, жив, дай бог ему здоровье. Раз я это оговорил, значит, будет жить долго. Вот, э, люди, спросили, что-то случилось? Он погиб. На второй день когда -то... летает другой. На то же место, на таком же самолете, чтобы выяснить, а что же произошло. Вот какие-то люди. Тот же Мусолов, кстати, у него так было. Его вообще по кусочкам собрали. И он лежал, и когда прилетели, вот приехал за ним милиция да -да 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 -да, к нему, то прежде чем пожаловаться, что ему плохо, он говорил, запоминайте, записывайте. И начинает, что произошло в самолете, Какие-то термины там, элероны, я не знаю это. Ну, это, это потрясающие люди. Другие люди, правда? Да, потрясающие люди. Вот космонавты не да, великолепные. Да. Но, хотя, с другой стороны, попали это, я понимаю, что это утомительно и все. Но они попали в такую народную любовь, что да. просто невозможно. Купались, Купались в этом. Гагарин действительно светлый такой человек был. Да. Это улыбка это от улыбка души. Улыбка это чистая правда. Это от души, это, вы знаете, просто вот такой был. Но вот гениальность Королева в том, что он выбрал его потрясающе. И мне знаете, что мне еще хотелось сказать? Мы сейчас, сейчас находимся в Киеве, да, с вами, вот так скоро это будет в Киеве. Мне особенно приятно сказать, что в Киеве был однажды съезд комсомола, и мы были там, ну, как бы уже почетные гости, вот так и был Гагарин. И там он познакомился с очень хорошим человеком, замечательным нашим другом, которого мы помним, любим и всегда будем помнить и любить. Это Юрий Гуляев. Певец какой? Певец потрясающий и очень хороший человек. Но ну, почему же они хорошие и так уходят? Очень хороший человек был Юра. Красивый, добрый. Умница. Когда «Усталая подлодка». «Усталая подлодка». Да. Он, знаете, у него был интерес и вот жадность вот, к песням. Он это пел. Хотя он был потрясающим оперным певцом. Мы приезжали в Киев на его спектакли. Я помню, мы приехали, были на «Волшебной флейте», когда он пел «Папагена» а Белочка Руденко пела «Царицу ночи». И он выходил на каких-то розовых туфлях и пел. «Ой, Лышенька!» да Такая была прелесть. Приезжали его слушать. Вот певец. И вот они тут подружились с Гагарином. Они подружились с Гагарином. Вот так что это все очень связано. И в Киеве это был прекрасный съезд комсомола. А знаете, как он начинался, интересно? Вот так я больше нигде не видела вся делегация впереди был гагарин руководством комсомола украины ельченко тогда руководил да как же юрий никифорович да. ельченко да и альбина ивановна в общем мы однажды отдыхали вместе хорошие очень люди да. вот и знаете как было было вот такое шестик аппарат по крещатику вот шла делегация шла и впереди был руководство комсомола украины И шел гагарин вообще это было очень красиво мы еще выслушали доклад Ельченко, Часа полтора был серьезно. На украинском языке. Ну, все поняли. Так что это было... Да, вот еще о Гагарине. О Гагарине в Киеве. Ну, как везде. Вот горы тихо открыток. Ну, понимаете, все хорошо. Но, извините, это можно озвереть. Можно. В такой степени. Это очень... Что делает Гагарин? Он говорит, ребят, ну, вот не надо так. Вот видите, это бесполезно все. Вот видите, что мы с вами Давайте сделаем так. Вы... Вот по каждой области будет э, там, Киевская, Харьковская область, Одесская. Вот. Соберите все и вечером мне передайте, я все к утру подпишу. Спокойно. Даже не с такой искрящейся улыбкой. А так, ребят, давайте сделаем так. И сделали так. Человек. Да. И, и мне выпала часть, я сидела, зачем сортировала, хотела эти открытки. Песня «Надежда», которую исполняли на моей памяти и Эдита Пьеха, и Анна Герман потрясающе исполняла. Да. И, конечно, Муслим Магометович, я до сих пор помню потрясающую запись из колонного зала Дома Союза, вон в таком голубом красивом пиджаке с бабочкой, да. вы за роялем. Он так пел необыкновенно, с такой улыбкой. Да. Как здорово. Вот эта песня «Надежда», которая тоже стала всенародной. Вот кто сейчас скажет композитор Пахмутова «Слова добронравы»? Это народная песня, по большому счету. Я думаю, что это главная награда создателей песни, правда? Да. Да, да. Как она появилась? Да вот так как-то. Это Николай Николаевич пусть ответит. Александр Николаевна, а кто лучше исполнял «Надежду», на ваш взгляд? Ну, Анна Германна, она, она да. доказала. Ведь, ведь первая... Испол... мы думали, что это вообще мужская песня. Мы о ней не думали ни секунды. Мы, мы послали нашему любимому Йосифу, дали ему клавир, он поехал на гастроли, он об этом часто рассказывает. Надо же. Потом позвонили, а я забыл, в общем, я и не взглянул на нее так бывает. Промахнулся. Да. Первым исполнителем был Юра Пузырев. Uh -huh. Был великолепный артист МХАТа, uh -huh. который пел «Петь о тревожий волосы». Он очень такой был достоверный. Вот он спел. А потом на студии мелодии была такая редактор, она есть, слава богу, жива-здорова, Аня Качалин, она дружила с Анной Герман, и она попросила ее прислать новые какие-то советские песни. Вот. И она послала стопочку и послала надежду. И мы не думали, мы что-то какую-то любовную даже песню послали, я уж не помню. Про надежду мы даже не думали, что она будет это петь. И вот она спела и доказала, что вот ее исполнение... Главное. Тембр, было... да, неповторимый какой-то особый? повторимый тембр, вот удивительный, да. У вас были прекрасные спортивные песни, целый цикл. И трус не играет в хоккей. И команда молодости нашей, какая песня прекрасная. Да, ну нам посчастливилось быть на четырех Олимпиадах, и поэтому мы очень многое видели. Это нужно мы будем сидеть до ночи и вам рассказывать. Там много интересного. И интересно, например, в Мюнхене мы ходили в город и пришли поздно с Николаем Николаевичем, с Робертом Рождественским. Угу. им меня пошли провожать, и чтобы сэкономить время. Они пошли меня провожать такими тоннелями. Ну, там наверху была только пешеходная зона. А все машины, все приезжали. И, они... вот. и мы разминулись, и было уже поздно. Мы буквально полчаса. С террористами? С террористами, да. Потом мы видели все, как они вышли. В этих... Утром вывели гонконгского судью. Это ужасно было. Целый день были самолеты вообще. Вертольоти на глазах. Все на глазах, абсолютно тут рядом нічого нельзя зробити. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була велика композитор Олександра Пахмутова.